второго YouTube. Смотрите, какой я смешной. Почему я такой смешной? Потому что мне холодно, блядь. Потому что я приперся в горе без штанов, лошара. Мне холодно. Вот наше бунгало. Здесь мы ночевали втроем. Оно стоит 200 бат в сутки. И это очень-очень дорого. Вот. Да. Там просто внутри ничего нет, там только матрасик. И серьёзно лежит. А я спал вообще на полу. Вот, бери шлем, поехали. Все, мы, короче, встали сейчас вообще рано-рано, сейчас 6:30 утра. Ну что, пойдем сюда, здесь можно пройти. Ага. Мы сегодня встали в 6:30 утра и сейчас поедем на вьюпоинт. Это далеко, это от подножия горы в гору подниматься 40 минут надо, и там где-то 10 километров дорога идет вверх. Ну, как бы в облачную погоду, такую как сейчас, теоретически, там вообще может быть так, что поднимаешься выше облаков. И, ну, естественно, это удивительный вид, поэтому мы очень надеемся, что нам повезет, и мы сейчас через туман там прорвемся. Вот, и посмотрим классный вид сверху. Ну, если нет, значит нет. Посмотрим. Короче, все еще спят, а мы вот с Таней и с Лешей сейчас поедем. Привет. Едем в горы. Есть такой прикол, чем раньше встаешь, тем меньше хочется спать. Да. Рано вставать очень хорошо. Но если вы вообще реально хотите вставать рано в Азии, лучше утепляться, потому что, блин, холодно. Тут растут розовые лотосы, и они распускаются только вечером. Только в ночное время они вот в таком раскрытом виде. Угу. А днем они закрываются и становятся такими невзрачными, такими цветочками. Ты кто? Это Шоша Мандарин. Господи, Шиша Маргарита. Сука Самбука и Шиша Маргарита. Две собаки. Это одна из них. Сука Самбука. Вот. Такой комплекс бунгало. Очень хороший бунгало. 350 рублей в сутки на двоих. Плюс в эту сцену еще входит ужин. Ужин от Куза. И хозяйка готовит сама вместе с гостями. Много лапши и риса. И очень вкусно получается. Вот. Ну что, сейчас ждем еще 3 минуты, 5 минут и едем. Да? Не боишься в городе? Там туман будет. Осмотреть окрестности с высоты. Тут есть такая лесенка. Это набережная реки Пай, которая протекает через Пай. Течение очень быстрое. Вот. Тем не менее, в реке можно купаться. Но мне холодно, поэтому я не купаюсь. Вот за забором находится Sunrise Bar. Там курит ганджубас вечерком. Вот, и вчера, пока мы готовили, ели и сидели в баре, человек, наверное, 10 европейцев пытались пройти через эту территорию, перелезть через забор. И Сара на них кричала, что вызовет полицию. Круто было. Сейчас будем подниматься на вьюпоинт, не знаем, насколько крутая дорога. Ребята, блин, второй день на байках.
Алиса у нас только что тут разложилась немножко, но без последствий вроде бы. Вот, будем надеяться, что все будет хорошо. Привет! Тут осталось немного. Вот, но в общем дорога очень плохая. Тут машина нас предложила подвезти. Мы сейчас все в кузов загрузимся и поедем. Давайте кто-нибудь понимает по-английски. Это нормально. Я с ними просто разговариваю. Тут был небольшой хороший участок дороги. Вот, и... ребята на джипе предлагали нас подвезти, но потом они стали что-то нам пытаться объяснить на тайском, мы ничего не поняли, вот, и решили с ними не ехать. Вот. На вьюпоинт мы так и не поднялись, потому что дорога опять стала плохая. Вот. Руководство на тайском по сбору псилоцибиновых грибов. Рассказывается, какие вставляют, а какие нет. Ну чё, как вы покатались? Ноги показать? Давайте покажем свои. Давай, покажите. Покажите мне свои достижения. Вот, очень красиво. О, слушай, тебе к врачу надо. У меня шишак целый. Тебе надо к врачу. Так, ну сейчас заедем. А еще? Я повредила ту же коленку, что и в прошлом году. Танечка схватила. О, ну у меня очень большие такие. Ой, здорово, чумазый. Крейзи бай. Ты воняешь. Иди отсюда. Короче, я понял, для второго дня катания дорога и слишком экстремальная. Даже для десятого дня катания. Да. Отлично, я нормально, что в таких ситуациях обнаруживаются здесь кататься. Всякие, ну, такие косяки. Вот у меня правая рука сильнее, я поняла, почему у меня влево ведет, потому что я... Управлять надо не руками, а весом. Это понимаешь, когда ты не в экстремальной ситуации, а когда ты в экстремальной, то у тебя чисто работают инстинкты. Надо дольше учиться, да. Ну, ты, по-моему, вообще нормально. Не падал? Мне кажется, они там систему орошения испортили. Я въехал прямо в этот. Видели, там шланг лежит? Водяной. Я его вдребезги. Ну, ладно, не кори себя. Они починят. Я думаю, да. Потому что там, по-моему, не один там врезался. Слушайте, а по-моему, больше не будет, да, такой вот? Больше не будет. Точно? Да. На Самуи у нас будет путь короче, но гораздо более экстремальный. Там рытвины по полметра глубиной. Вот, и как бы они такие вот через всю дорогу, ну, в общем, так. Ну, ничего, ты как бы, я считаю, что ты готов уже к этому. Спасибо, что не убились, что не улетели в канаву в какую-нибудь стрёмную. Да, там ещё большой будет спуск. Я, честно говоря, думал, что тут вот такая дорога будет идти вверх, но крутая очень. Да, я тоже думал. На Самуи такие дороги. Вот такая бетонка, она вверх идет крутая, кто по ней ездит, непонятно. Но длинные такие по всему острову, и никто не живет. Здесь у меня Wi-Fi поймал. Ну, не Индиан хочешь? Вот так вот тайцы живут. Деревня. Причем это такая не глухая деревня, а нормальная. Тут дорога есть. Тут есть госпиталь, школа. Вот. В общем, так. Приличные люди живут здесь. Собак тут, сука, любят.
канализация течет по улице открытым путем. Вот так вот. Вот, мостики деревянные через речку. Такая вот no good дорога. Какие-то везет ряжачный чувак. Не, вообще тут, кстати, блин, столько колоритных перцев всяких дофига. Вот они такие все ржачные тут, но и над нами они тоже угорают. Это в своем роде такой некий международный обмен. Уезжаем из отеля. Чекаут. Что тут написано? Не знаю. Непонятно. Никого нету. Я думаю, что ключик оставлю в двери. Таким образом. О! Мастер минимализма, привет! У него очень остроумные комменты. Я слышался. Мы читаем фотографии, комментарии на Ютубе, вот, и угораем. Это круто. Ребята, вы супер. Че там, мастер минимализма, привет? Да, кому-то очень понравился чувак в очках, это вот Леша. Вот. Леша, ты кому-то чувак понравился. Позвони мне. Всем интересно знать, кто мы, перворазники. Мы, наверное, сделаем, да, какой-то интродакшн, нет? Да, он прям сейчас уже начался. Да. Он кто прям... ты? Скажи, кто ты? Who are you? Ты подготовила речь? Нет, я не подготовила. Фак, придется говорить экспромтом. Давай, рассказывай. Меня зовут Алина, мне 26 лет. Что еще вам интересно обо мне? Я живу в Москве. Я живу в Москве. Работаю в Procter & Gamble. Ты, это наши конкуренты. Извини. А где ты работаешь? Шварцкопф и Хенкель. Хенкель. Да, Хенкель. Хенкель. Вот. Я абсолютно городской человек. Дитя урбани... Урбанистическое дитя. Вот. Поэтому этот опыт для меня абсолютно новый. Но, наверное, тема прикольная. Вот. Таню я знаю уже очень давно. Да, мы с Алиной разделили очень много горести и радости. Алина была свидетелем необычных событий в моей жизни. И обычных. И обычных тоже. И обычных, и необычных. Ссорились, смирились, короче, жили с ней. По-всякому. Семейная пара, фактически. Ну да, как семейная пара. Вот. А еще с нами приехала еще одна моя близкая подруга. Люба, ну вы, наверное, ее еще увидите. Увидит же, да? А увидели уже. Ну, и а уже видели? Да? Мы познакомим вас с Любой. Девочка, тоже. Рыжая девочка в очках. Вот. Где она, кстати? Она сейчас придет. Она. Вот. Поэтому новый для меня формат путешествий, отдыха. Интересно попробовать. Вообще столько всего нового. Очень сильно отличается от привычных нам. Даже не то, что пакетных туров, я не говорю про пакетные туры. Вот, ну просто привычный способ путешествия. Поэтому я думала уже немножко про новогодний вояж, может быть, с сестрой или там вот с подругами, с кем-то еще. На море. На море, да. Да, на острова. На море, на острова, да. Вот, а нам пора бежать на остановку. Нам еще нужно сдать байки. Нам нужно сдать байки. И отвезти Алису. И купить билеты на local bus. На local bus. Угу. Не, там local bus платится в автобусе. Но, блин, главное как бы не протупить. Потому что он уходит в 12, а сейчас уже 11. А мы уже поэтому стремительно тупим. Я предлагаю, да, встать просто и пойти прямо пойдем, сейчас. Пойдем, все, встаем и идем. Вот это главная улица Пая. Вот, и здесь находится.
находится автобусная остановка, несколько контор, которые перевозят на минибасах туристов, и аренда мотобайков. Достаточно много здесь конторок, которые дают в аренду мотобайки. Туристические конторки, такие вот маленькие, как вот это вот, например. Они устраивают всякие туры там на рафтах, на слонах и прочее. Здесь есть банки, аптеки и даже отели какие-то. Вот. А вечерами здесь Walking Street, то есть здесь нельзя проехать практически. Очень людно, и мы уже гуляли по этим Walking Street. Вот, собственно, Пай, он очень маленький, буквально несколько улиц. Вот, ну и окрестности Пая, шикарные места. Вот она, наша конторка. Финиш! Helmet. Да. Отдаем шлемаки. Короче, вот эти вот бумажки предъявить. А. Вот у нас тут no insurance было написано. А страховка? How much is insurance? I have no insurance. You have no. Mm-hmm. Вот. Ну, она говорит, что у них нету, хотя многие говорят, что типа за 40 бат можно. Страховку купить, да. Нет, на байка. На байк. Ага. Вот так вот у меня паспорта. Вместе с этими спичками лежат. Момент состоит в том, что они не рассматривают придирчиво байки, они их вообще не рассматривают. На саму смотрели каждую царапинку и чуть ли там сбились не до суда. Внимание, как они ходят. Просто в шкафчик. Да, кому они нужны? Я, честно говоря, это смущает. Мне его не есть, Ипсон, но... Yes. И Ипсон. Деньги они, кстати, ну, тоже хранят в ящичке. Uh-huh. И ничего. Окей. Паша, тебе 400? Мне 400, да. Все. We are still alive. В душе я так. Какая красота! Иди, покажи. Что там? Крутая. Ой, я по левой стороне. Китайская жральня. Кто хочет есть? Сколько у нас времени сейчас до автобуса? Не надо особо есть. Помнишь, как в прошлый раз? Да, я не знаю, не испытываю никаких проблем с этим. Полчаса у нас до автобуса. Пойдемте на Bus Station. Бросим шмотки и потом дальше решим, что делать. Нам нужно найти Алису. Алиса должна найти себя сама. Ага. Вот, потому что если она самостоятельная, то, соответственно, она должна понимать всю ответственность, что она ушла куда-то, она приходит на остановку сама. Поэтому мы ее искать не будем. Вот, но это очень хорошо, смотрите. У нас как бы идея наших путешествий, она как раз и заключается в том, чтобы... ну, просто вселить в человека уверенность путешествовать самостоятельно, да, ну, по Азии, к примеру. Вот, ничего страшного, вы видите сами, что ничего страшного тут нету, абсолютно, и все спокойно, все говорят на английском, как бы никаких... Почти все. Никаких проблем, вот, поэтому я очень рад, что Алиса такая, она самостоятельная, она хочет сама уже где-то там гулять, вот, это круто. О, я хочу вот этот вот Spring Roll. Vegetable? Vegetable. О, oh, nice. Vegetarian. Vegetarian? Yes. One book? We have chicken. No? Традиционный тайский чили соус. Острый и сладкий. Это чили? Да. Боже мой, я не знала, чили. Что это чили. Да. Сейчас узнаем. Сладкий чили соус. Самое острое, это как раз вот когда шкурки попадаются. Он горький и сладкий одновременно. Мне будет Пошли. Не болезнь, для быть самой. Вот она, Алиса наша. Алиса! Алиса, ты классно смотришься в челме. Спасибо. А где очки? Очки сняла. Хорошо так. Круто!